спрашивали, отвечаем. Где в Первоуральске можно взять электронную книгу в прокат? В инновационном культурном центре каждый желающий может взять электронную книгу на время. Для этого необходимо оформить индивидуальную карту и выбрать интересующее произведение, которое сотрудник зала электронных ресурсов загрузит на носитель. При оформлении карты необходимо иметь при себе паспорт. На электронную книгу можно загрузить любое доступное произведение публицистической, научной и художественной литературы. Электронные книги выдаются на 14 дней, при необходимости можно продлить еще на 2 недели. Посетители инновационного культурного центра могут пользоваться электронной книгой совершенно бесплатно. Все выпуски программы на сайте первомедиа.ру. Телефон редакции 64 82 81.